Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. С вами снова Скудер, а значит, это 11-я часть моего прохождения первой части Гран-туризма с PlayStation. Так, ну, в прошлый раз мы с вами не без труда одолели чемпионат переднеприводных машин на Mitsubishi FTO-шке. Ну и заработали. Так, а вот гараж. Так, заработали мы с вами целику. SS2. Переднеприводный тоже агрегатик. Ну, продавать тоже ее не будем. Незачем. Денег у нас и так в достатке. Так, ну а в этой серии мы с вами постараемся пройти чемпионат четырехходовых машин. Так, он тоже состоит из трех трасс. Только здесь, ага, здесь Trail Mountain, ну здесь, в принципе, все трассы другие. R5, ну так, вроде бы, примерно то же самое должно быть. И пройдем мы его с вами на, я так подумал, на Nissan, наверное, Skyline. Сейчас мы его прикупим. Так, в новых будем покупать, будем брать новые машины. Все, мы теперь богаты. И будем участвовать только на новых машинах. Так, вот 97-го года. Совсем свеженький. Да, ну на тот момент, конечно, он был свежайший. Ну, сейчас это смешно смотрится. Но машина действительно тогда поражала своими характеристиками. Так, ага, фиолетовый, синий. Ну, возьмем, наверное, синий. Его вариант. Так, а это Skyline GTR. Нет, давайте, наверное, веспековскую возьмем все-таки. Она чуть более подготовленная гонкам. Так, угу, ну вот. Это будет наш агрегатик. Берем. Сейчас также мы его немножечко подпрокачаем. Затюнингуем. Так, также возьмем подвеску гоночную, дабы он у нас стоял на трассе как вкопанный. Так, а давайте-ка сбалансируем чуть-чуть средний возьмем, чтобы и там у нас все было хорошо. Так. Ага. Так, немножко мощности добавить. Тоже выхлоп ему поменяем. Так. Резину. Давайте, наверное, гоночную мягкую возьмем. Денег у нас много. Чё нам экономить, как говорится. Так, облегчим его немножечко. Наверное, пару стадий все-таки возьмем. Так, а вот так он выглядит в гоночной модификации. Ага. Зеленый и красный. Кстати, по-моему, в японской версии у него диски были другие немного. Да. У него были звездочкой диски. Так. Что еще? Что еще? Немножко двигатель зайти. Так. Ага, ну да, какая атмосферка. Он у нас турбовый. Так, ну достаточно, я думаю. Что нам тут можно взять? А, гоночную коробку ему еще поставить. Да, давайте. Чтобы он потенциал мощности лучше выдавал своей. Ага. Так, ну и, наверное, достаточно. Теперь мы готовы к дебюту в полноприводном чемпионате. И он нам, кстати, еще понадобится, этот Skyline. Я думаю, мы также пройдем вот этот вот очень тяжелый такой хардкорный чемп. Это тюнинговых машин. Здесь уже, видите, нужна лицензия класса A International.
Вот. И чемпионат этот очень серьезный. И также мы его будем на нем проходить. На этом Skyline. Также может он еще нам где-то понадобится. Так, ну что же, приступим. Не будем затягивать. Стартуем. Так, посмотрим, что у нас за участники. Так, ГТОХа участвует. У нас тоже прямой конкурент. Вот Sky тоже, R33. Ага, ну он по лошадям примерно то же самое. Чуть-чуть мощнее, но правда и тяжелее. Целика GT4. Ха-ха, Nissan Pulsar, ну это совсем, можно сказать, тапочек. Так, ну и Legacy. Ну посмотрим, в принципе, соперники-то тоже достойные. Перенасыщать свою тачку мы тоже не стали апгрейдами. Поэтому, думаю, битва будет на равных. Но главное быть настороже. И все-таки постараться с первого раза его пройти, чтобы не было накладок, как с чемпионатом переднеприводных машин. Вот. Так, ну, также я хочу немножечко продолжить все-таки разговор о... Так, о затронутой теме вот молодого до раннего Макса Ферстаппена. Чуть было не назвал его Йосом. По старой привычке. Так. Так вот. В следующем году у нас будет беспрецедентный случай. Дебют очень молодого пилота. 17-летнего новичка. Хоть и очень, конечно, талантливого, но все же не слишком ли он молод все-таки для вершины, для королевы автоспорта. Все-таки, ну, по сути, да, если брать по годам, ну, дитё еще. То есть 17-летний пацан, каким бы он там ни был быстрым, талантливым, по части, я думаю, ну, психологической подготовки какой-то. Это же мир больших призов. Здесь, ой-ой, нужна не только хорошая скорость, но и очень выдержка такая, недюжая, психологическая. Я думаю, что даже если вы, ну это ж, он получается попал в структуру Red Bull, у них есть молодежная школа, где они берут таких вот молодых, даже еще моложе пилотов на ранней стадии их карьер и, ну, продвигают, в общем, следят за ними, оплачивают их выступления в младших каких-то гоночных сериях. Вот, и Макс попал к ним в программу, и практически тут же, там буквально спустя неделю, по-моему, или две, мы узнаем, что он дебютирует в Формуле 1 в следующем году, то есть в их дочерней команде Торо Росса, где в этом году также дебютировал Данька Квят. Вот, конечно, успешно, но все-таки у Даньки было гораздо больше опыта выступлений в младших категориях. Он чемпион мира был GP3, в Формуле 3 выступал, а у Макса, по сути, только за плечами картинг. Да, он много там выигрывал, сходу причем, но мне кажется, этого недостаточно для дебюта в Формуле 1. Он только с этого года начал выступать. Врать не буду, по-моему, он выступает даже не в чемпионате мира Формулы 3, а в каком-то из чемпионатов национальных. То ли немецкий, то ли английский. Ну и на мой взгляд, да, он, конечно, сходу там начал выигрывать. Борется за титул, может быть, даже выиграет. Ну, это, собственно говоря, не важно, выиграет он там или займет второе место. Факт в том, что он сразу сходу взялся за дело. Но, мне кажется, этого недостаточно. Если он настолько хорош, я думаю, ничего бы страшного не было, если бы они его провели еще пару-тройку лет через какие-то более младшие категории, чтобы парнишка поднатаскался. Ну, в борьбе колесо в колесо там с соперниками, вот с психологической какой-то борьбой, с давлением вот этим вот.
Плюс, ну, с настройкой машин поработал, с инженерами в более каких-то больших коллективах. То есть такой пообтесался, закоренел, стал более опытным в этой части. И я думаю, если он настолько талантлив, все бы с ним было там хорошо, и не нужно было так спешить с его дебютом. Настолько рано прям брать его сразу в Формулу-1. Пусть и не в основную команду, но в Торо Росса, но какая разница? Это все равно уже очень серьезно. И на самом деле, конечно, пожелаем ему всего наилучшего, чтобы все у него получилось, но если вдруг у него не получится, и он не поедет в первый год, ну, может быть, ему еще дадут второй, как бы на реабилитацию. Но если так случится, что он себя не покажет, то, в принципе, этим самым команда может ему даже карьеру отчасти поломать. То есть, если он в столь молодом возрасте не зарекомендует себя сейчас в Формуле-1, ой-ой-ой, так, отлавливаем, отлавливаем. Так, ну, естественно, надо сначала, блин, всех пропустить. Сейчас с самых низов будем выбираться. Ну, ничего. Вот, так значит, если вот он сейчас здесь себя не покажет, на вершине, так скажем, автоспорта, то ему довольно сложно потом будет снова себя показывать. То есть все же будут за ним следить, и в младших категориях каких-то других. И ему довольно сложно будет даже потом после этого в какую-то более младшую категорию, я думаю, прийти. Ну, потому что все как бы от него немножко отвернутся, я думаю, если он вдруг провалится здесь, в F1. Будем, конечно, надеяться, что этого не случится. С другой стороны, я, наверное, даже не очень, если честно, хочу, чтобы у него получилось, потому что тогда, ну, это, так скажем, он будет первой ласточкой, и тогда гораздо более смелее команды начнут брать, ну, в общем, по опыту Red Bull'а приглашать молодняк в Формулу-1. А все-таки в королеве автоспорта, я считаю, должны выступать все-таки более опытные пилоты. Опять же, повторюсь, несмотря на весь их талант какой-то, то есть природный, да, они вот выстрелили, но надо набираться опыта, надо, так сказать, выражаясь гоночным языком, чтобы им богато пообтерли. Вот. Поэтому, ну, не знаю. Ой-ой-ой. Ну вот. Давай. Поехали, поехали. Так, ну это нехорошо, конечно, уже. Черт возьми. Так что, ну вот, это моя точка зрения, что я не очень этому рад, что настолько молодых пилотов стали брать Формулу-1. На мой взгляд, такого не должно быть. Так, ну ладно, наверное, хватит о Формуле-1. Давайте вернемся к делам насущным. А дела насущные у нас таковы, что осталось треть круга, а мы, блин, на пятом месте. И надо прорываться, прорываться и еще раз прорываться жестко. Так, впереди Пульсар. ФТО, ой, не ФТО, Skyline, прошу прощения. И да неужели? Я не верю своим глазам. Целика, лидирует Целика, вы посмотрите. Интересно, благодаря чему она у нас вырвалась в лидеры? Ай-яй-яй, ну и вот, в последнем повороте мы пропустили еще и Пульсар, ну кошмар вообще, ну вы смотрите, что творится. На прямой меня просто уделали. А ведь все так неплохо начиналось. Ой-ой-ой. Так, смотрим, что у нас тогда по состоянию в чемпионате. О, хорошо. Не так уж сильно мы и с поровну очков со Скайлайном.
Очень хорошо, что у нас тут Целика выиграла. Ага. Мы пришли четвертый, а Скай пришел весь второй. Ну ладно, тогда надо будет на следующей ночной трассе повнимательнее ехать. А то что-то сценарий очень похож на то, что было в предыдущем чемпионате переднеприводном. Вот. Так, ну что же. Квалификацию пропускаем. Уже по обыкновению. Ну и приступаем к решающей гонке. Напряжение возрастает. Адреналин захлестывает. Мы стартуем последними. А Skyline, я думаю, в первых где-то рядах. И очное противоборство двух напарников по команде Nissan Skyline. Так, ага, это я смотрю в обратку у нас. Special Stage R5. Так, вот так мы обопрёмся на него. Ну, начало неплохо. Ой, как широко, ой, как широко. Ну-ка, ребята, рассоситесь немножечко. Какое же управление у него вязкое, вот, блин. Не нравится мне, как он управляется. Не точно реагирует на движение рулем. Какая-то плавность у него есть. И нет, такое управление не нравится. Вязкость вот эта. Нету четкости. Придется привыкать прямо по ходу гонки. Так, вот так. На второе место как раз таки вышел Skyline. Все, нельзя, нельзя его пропускать ни в коем случае. Так, а зачем я ему даю свой слипстрим? Кто мне скажет? Ага, вот ГТОшка, в принципе, если она нас обгонит, это ничего страшного даже. А вот Skyline нельзя пропускать ни в коем случае. Ну что ж ты творишь-то? Так, ГТО вышло вперед. Смотрю, тут всех сносит. Меня в частности, но это не очень хорошо. На самом деле. Так, а ну-ка подвинься, парень, подвинься. Неплохо идет. Очень неплохо. Так, надо нос просунуть. Успеть. Так. Смотрим. Так, ну вроде они подотстали. Очень неплохие шансы. Да, есть. Победа за нами. Ну все, с этой победой мы выиграли чемпионат. Все-таки с первого раза. Но напряжение было довольно сильным. Даже в этой гонке не все было чисто и гладко. И были варианты. Но, как вы видите, по очкам мы впереди. А это значит, что... Чемпионат-то мы выиграли. Хорошо, с первого раза. Так, ну тогда, я думаю, мы сразу возьмемся и за чемпионат малолитражек. Сразу добьем их. И у нас тогда не останется уже чемпионат в категории Б. Останутся самые серьезные, но и самые интересные. Так, новая машина. Отлично. Так, вот. Насколько я помню, по-моему, Lancer нам должны дать Evolution 4. Но, может, я и ошибаюсь. Так, ну давайте полюбопытствуем, что же нам тут дали. Так, листаем вниз. Оп, точно. Ха-ха. Я был прав. Lancer Evolution 4.
На тот момент, конечно, когда только игра вышла, это тоже был самый свежий Lancer. Четвертая его эволюция. Как раз таки Томми Мякинен на нем выступал и завоевал свой титул. Так. Ну давайте, не откладывая долгий ящик, возьмем сейчас машину для легковесов. Я думаю, мы опять пойдем обратимся в ателье Mitsubishi и возьмем мы с вами вот такую вот. Так, нет, это, по-моему, седан. Да, нет. Возьмем мы. Так. Не вижу, не вижу, не вижу. Вот нам нужна Мираж, только хэтчбэк нету, да? Хорошо, значит, она у нас в подержанных машинах. Да, вот. Машина с под названием смешным таким Мираж Киборг. Ага, вот она, такая небольшая. Но для своих габаритов довольно-таки неплохая машина с неплохими характеристиками. Давайте посмотрим, каких они цветов. По-моему, они абсолютно одинаковые. Да, ну давайте, наверное, возьмем синего цвета. В остальном, по-моему, разницы нет. Так, ну по старой схеме идем. Значит, берем машину. Немножечко сейчас мы ее затюнингуем, чтобы она порезвее у нас стала, полегче, помощнее, по резвее. Ну, в общем, так, подвеска, подвеска, подвеска гоночная. Ой. Так, стабилизаторы, нет, все-таки мы поставим жесткие. Тут прям его вообще держала на трассе. Пускай будет даже лучше недостаточная поворачиваемость, но это лучше, нежели избыточная. Не люблю я избыточную. Так, берем жесткие шины. Что-то мне на мягких. На Skyline, по крайней мере, не понравилось абсолютно ехать. Чересчур хорошо. Если можно так выразиться, чересчур хорошо он управлялся, слишком хорошо вписывался, въезжал в повороты. Так, да, какой карданный вал, если она у нас переднеприводная. Так, и облегчим, облегчим на одну стадию. Так, и немножко двигатель еще. То, что я смотрю, в мощности-то мы, кстати, проигрываем. На прямых они нас довольно-таки так легко нагоняют. Ну и что нам еще? Объем есть, увеличение нет, расточки нету. Так, первую стадию взять. Улучшение атмосферного двигателя. Так, ну что, думаю, наш агрегатик готов. Приступаем, не откладывая долгий ящик, сразу к чемпионату легковесов. Что у нас за трассы? Ох, Автомринг Мини, Клабмен Стейдж, Дип Форест. Ну, короткие конфигурации трасс. Ну, посмотрим. Думаю, все должно быть примерно так же. То есть расслабляться нельзя. Ну и не будем слишком сильно отставать. Так, что у нас по участникам? Два Цивика, Троено. Какие они легкие все. Ага, по лошадиным силам. Ну да, в общем, равенство. Мы вписываемся. Это хорошо. Преимущества нет у нас ни по какой из категорий. Поэтому все по-честному, все на равных. Хотя в детстве, когда первый раз играл, конечно, мы тут совсем не на таких машинах участвовали, то есть мы старались прокачать их по максимуму, ну, потому что, естественно, ездили не так хорошо, особенно когда, ну, проходили там и по нескольку раз сразу Гран-туризма, и особенно первый раз старались, конечно, ехать тут чуть ли не на
полностью прокачанных машинах. И то не всегда получалось выиграть. Вот. Четырехвидовый чемпионат, я помню, мы ехали на FTO-шке LM Edition. Ну вот, если вы смотрели предыдущие серии, на которой я проходил, по-моему, чемпионат Японии против Америки. Да, очень классный аппарат. Я еще раз говорю, он нам пригодится. И пригодится на очень таком специфичном соревновании. Это тоже было в новинку, ну, естественно, и в автогонках, и, ну, так как это первая часть Гран-туризма, это, естественно, тоже было впервые вообще в автосимуляторах того времени. Это гонки, которые многочасовые, то есть они реально занимали, ну, на их прохождение реального времени уходило, ну, часа так полтора примерно. Вот. И вот как раз в одном из этих чемпионатов нам FTO-то очень пригодится. Так, ну, тем временем мы начали уверенно. Мы выиграли первую гонку. Начали с победы. И это радует. Всегда приятно начинать новый чемпионат с победы. Продолжим. Сейчас у нас, по-моему, в обраточку будет Clubman Stage. Да, это короткая версия трассы Special Stage. И у нее очень коварный первый поворот, вот именно когда ее едешь в обратку. Ох, как я помню, ой, в детстве, когда проходил, сколько раз меня подкалывал здесь этот первый поворот. Там, ну, в общем, тем более ночью, вот сейчас сами увидите, очень так неоднозначно первый поворот здесь на... А, нет, это не в обратку. Не в обратку, это прямо. Ну, ладно. Тем, в принципе, лучше. Но было бы интереснее, конечно, в обратку проехаться. Как раз показал бы вам этот заковыристый поворот. Там на полной версии, если ехать ее по Special Stage R5 в обратку, там вот эта стартовая прямая, она, ну, как бы продолжается дальше. Идет немного дальше, чем она есть здесь. А вот на Clubman Stage, в обратку, она обрывается резко стеной. Вот в этом месте, вот сейчас за моей спиной, вот там, вот где покрышки зелено-красные были. На самом деле туда идет трасса в ее длинной конфигурации. А здесь она вот там, видите, стеной это перегорожена. И вправо поворот вот этот вот идет, ну, из которого здесь он как бы является последним, а когда едешь в обратку, он будет первым. И в него очень, если не подготовлен, не знаешь, или, допустим, проглядел, что эта трасса идет именно в обратку, ожидаешь, что будет поворот на самом деле в пологий такой вправо, а там впереди тебя образуется стена, и ты думаешь, ого, что же делать? Вот, и врубаешься со всего ходу в эту стену, ну и, естественно, пропускаешь всех вперед, теряешь кучу времени, надо, естественно, включать заднюю. Вот видите, какой-то резкий вправо, и там еще он огорожен этими красными, ну, указателями, и непонятно вообще, куда поворачивать. Ну, в общем, долго я привыкал к нему, но тем интересней. Прям злился на него очень, но потом, когда научился проходить, было очень прикольно. Так, тем временем мы и вторую гонку одолели так, без особого труда, скажем так. Так что киборг этот наш, при всех прочих равных, довольно-таки неплохая машина. И, ну, довольно легко, в общем, выигрывать на ней. Так что мы не прогадали, взяв ее. В общем, тут чем хороша Гран-туризма была, ну и сейчас есть, конечно. Но на тот момент это было в новинку. Что тут, в принципе, любую машину можно было подогнать под
принципе, практически любой чемпионат. Ну, если только это не чемпионат переднеприводных, например, машин, а вы туда пытаетесь зайти на заднеприводной машине. А так, если по конфигурации машина подходит для чемпионата, но она, допустим, слабовата, так, ага, дипфорест у нас тоже в обратку, вот, то ее с помощью тюнинга, с помощью настроек ее можно было, в принципе, настроить, подогнать под любой чемпионат, под любые правила, параметры. И если вам нравится какая-то конкретная машина, модель, то есть смело могли бы брать ее, в принципе, участвовать на ней, просто, ну, поставив на нее какие-то дополнительные запчасти, и тем самым, ну, улучшив ее. Конечно, это все-таки не во всех случаях верно, что все-таки есть, ну, тут совсем, допустим, какие-то хэтчбеки, вот как этот, да, который даже если его полностью прокачать, например, вот, я в прошлой серии говорил про чемпионат тюнинговых машин, полностью затюненных, конечно, там не выиграть на, допустим, вот этом Мираже, потому что он слабоват даже в полностью прокачанном виде, потому что там реально монстры едут, так скажем. Вот там одни из самых мощных машин представлены, которые есть здесь в первой части Гран-туризма, и с ними нужно, естественно, сражаться на эквивалентных машинах. Но, в принципе, в остальных чемпионатах более или менее можно практически любую машину подогнать под те технические параметры, которые заданы в том или ином чемпионате. Тем временем, смотрю, у нас два цивика с летанной парой-то идут очень и очень, очень и очень неплохо. Прямо еще и Трейн у нас тут атакует. Так, ну-ка, парень, потеснись-ка. Тайпер еще, видно. Только я похвалил наш Мираж, и на этой трассе она не настолько хороша. Да, нас просто съедают. Ха. Даже, да, ну, скоростная трасса, что тут взять? Видимо. Так. Но это был, конечно, нечестный маневр. Ох ты, перекрестились, заразы. И на выходе сразу двое. Ай-яй-яй. Ну ничего, я надеюсь, что это не скажется на нашей финальной позиции в чемпионате. Очень надеюсь, что за дело двух предыдущих этапов нам хватит. И в чемпионате мы окажемся все равно впереди. Да, отлично, отлично. Да, даже 5 очков еще буфер у нас есть. Ну, значит, мы были хороши в первых двух гонках. Так, ну, хорошо, неплохо, неплохо. Так, чемпионат у нас все равно выигран. Кубок у нас будет золотой, машину нам дадут. А это значит, что миссию мы выполнили. И, в принципе, все эти чемпионаты лицензии Б мы одолели, одолели. Так, новая машина, замечательно. Так, ну по логике вещей нам должны дать какую-то малолитражечку. Здесь. Вот что нам дадут, я не помню. Совершенно. Так, нет. Сначала в гараж зайдем. Ага, вот нам как раз Цивик-то и... Ох ты, так он еще и... ну, видимо, такой затюненный. По крайней мере, раскраска у него такая интересная. Ну, неплохо, тайперовский Цивик Honda. А это уже значит, что это более такая спортивная его модификация. Так, ну что же, неплохо. Я думаю, в этой части мы неплохо справились. Да, не так уж легко, как может хотелось бы, но тем интереснее было. Была борьба на трассе, были достойные соперники, но тем не менее мы были сильны, не сдались и одолели два этих чемпионата последних. И, как вы видите, на этой странице у нас кубки есть уже все в нашем кармане.
переходим на... Ну, это будет в следующей серии. Мы перейдем вот сюда. Это уже мощные чемпионаты. Этот чемпионат мне очень нравится. Это Мега Спид. Чемпионат Мега. То есть здесь три трассы очень скоростных. Это самые скоростные трассы, которые есть в первой части Гран-туризма. По сути, здесь две всего. Но одна из них представлена в двух вариациях. Это High Speed Ring. Вот как вы видите, прямо. И она же в обратку будет. И посередине тест-курс. Это вообще мега скорость. Здесь нужен очень быстрый, очень мощный аппарат. Но я думаю, мы с вами либо купим под него что-либо, либо прокачаем одну из машин тех, которые у нас есть. У нас есть машина, которая способна здесь выиграть. Но, возможно, мы отдельно возьмем для нее. Ну, дабы охватить больше спектр машин, которые здесь есть. Я думаю, мы пройдем его. Следующая серия, скорее всего, будет очень короткой. Я думаю, там мы пройдем только вот этот вот чемпионат Мега. Прокатимся на каком-нибудь суперскоростном агрегате. И чемпионат чем хорош, что за него дают очень неплохие призовые. Но он занимает по прохождению короткое время. Поэтому на нем очень удобно, ну, как говорится, фармить деньги на заработок новых машин, на прокачку. Вот. И еще. У нас в GT лиге остался один непройденный чемпионат. Это, вот как вы видите, мировой кубок GT. Но это, по сути, как бы аналог чемпионата мира Гран-туризма. Здесь 6 трасс, он самый длинный. Я бы не сказал, что он самый сложный, но он самый длинный, думаю, однозначно. Здесь вот 6 трасс. Неплохие призовые. Хорошие, очень даже хорошие. И, по сути, это как бы является, ну, последним, как бы, по задумке, видимо, разработчиков чемпионатом. И, ну, и также и поступим мы. То есть пройдем его в последнюю очередь. Вот, я думаю, сначала одолеем все чемпионаты специальных гонок. То есть, да, в следующей серии пройдем Мегу, потом проедем Нормал. И потом у нас будет чемпионат тюнинговых машин. И вот три чемпионата, это многокруговых как раз таки гонок, которые займут у нас относительно долгое время. Вот, и потом только мы приступим вот к этому чемпионату. И как бы на этом мы, наверное, закончим. То есть, ну, здесь, в общем, после него будут титры финальные, ролик там покажут. Вот, и поэтому мы его пройдем как бы по канону последним. Так, ну что, все, хватит, наверное, лясы точить. Так, мы записались. Ну и будем прощаться, встретимся в следующей серии. С вами был Скудер. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Вот, что-нибудь, может, спрашивайте, отвечу, или сами что-то дополняйте, что я сказал. Много я тут и о Формуле 1 говорил. Кому интересно, можем, ну, что-то спрашивайте или комментируйте, в общем, поддерживайте как-то тему. Мне это очень будет интересно. Вот, ну, в общем, все, закругляемся. Всем пока-пока, увидимся в следующей серии.